Доставляю груз. Привет. Сэм Бриджес, да? Мы тебя ждали. Этот датчик спасет многих людей. Дай-ка я посмотрю. А, черт. По крайней мере, ядро не повреждено. А это главное. Когда подключишь нас к сети, мы сможем поделиться результатами замеров. Окажешь нам честь? Наверняка ты в курсе, что метеостанция была построена до выхода смерти. Бриджес один ее отремонтировал. К сожалению, мы давно потеряли связь со спутниками из-за хиральных облаков. Поэтому нам сложно измерять уровни хиралия и предсказывать темпоральные дожди. Но благодаря тебе метеостанция скоро заработает. Ты облегчил нам работу. А мы теперь поможем тебе. Мы не подведем тебя, обещаю. Береги себя. Я вижу, ты подключил метеостанцию. Великолепно, Сэм. Когда район интегрируется в хиральную сеть, он, так сказать, также становится ближе к берегу. Это сильно влияет на уровни хирали, и оценка этого влияния – одна из основных функций Кьюпида. Чем больше нам известно, тем точнее мы можем предсказать время и место темпорального дождя. Без хиральной сети мы могли бы только гадать. О, благодаря твоим успехам ты теперь можешь смотреть прогноз погоды с помощью браслета. Открой карту, увидишь. Пригодится при планировании маршрутов. Я буду следить за плотностью хирали из лаборатории. Она недалеко от южного узла. Обрабатывай заказы, и тогда быстро подключишь этот регион. Удачи, Сэм. Отлично, Сэм. Еще одна точка в сети. Молодец. Продолжай в том же духе. Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети, в том числе тебе. Ты можешь просмотреть их через браслет. Пригодится при планировании маршрута. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Это довольно большая постройка, так что тебе понадобится много времени и материалов. Но зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй. Воздушный транспортер — это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и везти к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Сэм, у тебя недостаточно ресурсов для строительства. Не забудь забрать все, что мы тебе выделили. Теперь по браслету можно смотреть прогноз погоды. Очень удобно, когда ты в дороге. Хочешь возвести новую, выйди за пределы сенсорного кольца. Хм.
Так, Сэм, доберись до зоны строительства. Заблудишься, пользуйся картой и компасом. Будешь поближе, я вышлю дополнительные инструкции. Оружие разрешено. На месте. Давай строить базу. Ты готов, Сэм? Сначала возьми свой ПХК и выбери пункт база. Сэм, тебе действительно нужно побыстрее доставить материалы к базе. Спасибо, Сэм. Эта база принесет огромную пользу многим людям. Я не только о курьерах, что будут останавливаться здесь по пути к метеостанции, но и о людях, которым они помогут, и тех, кому помогут эти люди. Мы все связаны. Ну а тебе выпала честь первым отдохнуть здесь. До вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес.
Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за Предсказывать погоду – это как предсказывать будущее. У некоторых животных есть шестое чувство, позволяющее им избегать опасности. Но у нас есть кое-что получше – способность собирать и анализировать данные. Только люди обладают возможностью строить планы. У нас есть способность ежедневно представлять себе, каким будет завтрашний день. И наше воображение когда-то позволило создать богатую, яркую культуру. Но где-то по ходу дела мы утратили картину будущего. Мы превратились в животных, которые живут только сегодняшним днем. Thank you.
спасибо. Бриджит всегда был добр к нам. Поначалу Амелия была нам близким другом. Она ценила то, что мы делаем, и помогала нам восстановить ферму. Мы долго ждали шанса подключиться к сети. Давай-ка глянем на эту твою пшеницу. Ну надо же, это все нам? Серьезно? Как тебе это удалось? О, ты молодец! Не знаешь? Если увидишь ее, передай сообщение от нас. Скажи ей спасибо, что спасла нас. Если бы не она, то южный узел и наша ферма были бы стерты с лица земли. Она герой. Можешь так ей передать. А, точно, сеть. Сможешь нас подключить? За тобой ведь бывало гнались мулы, обнаружившие твой груз, да? Чтобы предотвратить такие ситуации, мы улучшили твой сканер грузов. Допустим, тебя пингуют. Если правильно выбрать момент, то можно ответить им тем же и отменить их импульс своим. Они ничего не узнают, а ты сможешь идти дальше, но нужен точный расчет. Спасибо. Вот теперь мы извлечем пользу из темпорального дождя. Наша ферма побьет все рекорды. У нас есть поля для испытаний, но мы не могли предсказывать темпоральные дожди, и поэтому результаты были не очень. Здесь темпоральный дождь шел часто, и мы представляли, когда сажать, когда убирать урожай. Но потом пришли террористы и все испортили. Слишком много трупов и кратеров. Погоду стало невозможно предсказать. Слава богу, сетевые прогнозы позволят привести все в норму. Если все получится, мы сможем увеличить наше производство и обрабатывать огромные поля. Мы продолжим генетические исследования, постараемся создать самоподдерживающуюся экосистему. Может, при этом мы даже узнаем что-нибудь про темпоральный дождь. Работы предстоит много, но она меня не пугает. Спасибо еще раз, Сэм. Ты подарил нам надежду. Скорее бы собрать урожай. Так держать, Сэм. Полпути пройдено, ты сможешь. Вы только посмотрите. Ты только что подключил ферму темпорального дождя к сети, а у нас уже есть заказы. Будет что прихватить по пути назад. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Заказ назначен.
ладно. Thank you.
Приступим. Должно хорошо получиться.
Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Обеззараживание костюма. Все чисто. Добро пожаловать, сэм Портер Бриджес. Выглядит отлично. Снимай шляпу. Ну, береги себя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Сэм, мы высоко. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость.